Clever Movies. Трудно поверить, что спустя 10 лет напряженных погонь на машинах и взрывов нас ждет седьмая часть франшизы «Форсаж». Но так и есть. Вин Дизель собирается начать съемки уже этим летом. Вин Дизель в эти выходные зашел на свою страницу на Фейсбуке, чтобы сообщить фанатам эту новость после предварительного показа шестой части, которая выйдет на экраны ближе к лету, 24 мая. Он говорит, что реакция зрителей была, как он выразился, фантастической и ошеломительной. Подумать только, что я впервые сыграл этого персонажа в 1999-м. Его развитие продолжается. Постскриптум. Съемки начнутся этим летом в Лос-Анджелесе, где все началось. Вот уж слушает наша студия зрителей, так слушает. Мы подозревали, что будет седьмой фильм. Сразу после выхода «Форсажа 5» ходили слухи, что режиссер снимает два сиквела подряд. После этого актер «Форсажа» Дуэйн Джонсон еще и сказал, что команда придумала сюжетную линию, которая не поместилась бы в один фильм. Так что готовьтесь к открытому финалу в шестой части. Это точно. И если вы очень любопытны и не боитесь спойлеров, кликните ссылку в описании видео, чтобы узнать немного о сюжете шестого фильма и, возможно, и седьмого. Что вы думаете по поводу еще одного «Форсажа»? Остановится ли когда-нибудь Вин Дизель? Твитните на Clever Movies или напишите нам комментарий внизу. Спасибо, что смотрели Clever Movies. До встречи, я Эрин Уайт.